Как правильно позиционировать себя и создавать личный бренд? Какие инструменты использовать и как продвигать свои таланты? Об этом и многом другом старшеклассникам рассказали на мастер-классе по построению личного бренда, который прошел в рамках молодежного образовательного проекта «Мотиватор Тин». Спикером встречи выступила председатель Химкинского отделения Союза женщин России Ольга Бахмутова. Мне кажется, у нас получился очень классный интерактивный мастер-класс. Ребята не только подумали вместе со мной, что такое личный бренд, пофантазировали, высказали свои предположения. Я, конечно же, поделилась с ними своим опытом, своим мнением, что это такое. Но еще и мы сделали очень много практических упражнений, направленных на, прежде всего, на рефлексию, на самопознание. Ребята на мастер-классе описывали жизнь своей мечты через 10 лет. Размышляли, есть ли у них личный бренд и какие позитивные качества помогают его развивать. Своим мнением об этом поделился Даниил Сулейманов. Личный бренд – это неотъемлемая часть каждого человека, потому что каждый себя как-либо показывает другим. И поэтому ты должен в любом случае этот бренд сделать очень красивым, очень хорошим, добрым, чтобы каждый человек тебя знал и говорил: «О, это такой добрый, общительный, хороший человек». По итогам мастер-класса всем участникам вручили памятные сертификаты. «Мотиватор Тин» – уникальный проект в Химках, который дает возможность развивать разные навыки. Юные химчане изучают сторителлинг, целеполагание, креатив, учатся самопрезентации. Проект получил множество положительных отзывов. В планах масштабировать его на другие муниципалитеты Московской области. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.